Невозможно поспорить с тем, что этот праздник самый светлый и добрый из всех. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества – доброту, любовь, терпение и самопожертвование. Со словами благодарности и пожеланиями к женщинам обратился депутат Государственной Думы Российской Федерации Павел Федяев. Дорогие мамы, бабушки, прабабушки, от всего сердца поздравляю вас с самым светлым праздником – с Днем Матери. Мама отдает нам жизнь, является первым наставником, мудрым другом, советчиком. Этот праздник близок каждому из нас. Большое счастье иметь возможность обнять маму, сказать спасибо за все, что было сделано для нас. Теплые слова поздравления и признательности сразу для 600 женщин прозвучали от главы города Евгения Никитина. В зале собрались многодетные мамы и матери-героини, мамы бойцов специальной военной операции, женщины, взявшие на воспитание детей-сирот. Всем женщинам, которые обрели счастье материнства, чтобы в их домах всегда жили счастье, радость, здоровье, благополучие, чтобы родные и близкие всегда были здоровы, а чтобы ваши желания всегда сбывались и воплощались. Мамы – это воплощение любви, бесконечного труда и заботы. И важно не только в День Матери, но и всегда приумножить это тепло и дарить его своим родным женщинам. Дорогие женщины, мамочки, поздравляю вас с Днем Матери. Желаю вам огромного-огромного здоровья, чтобы вы детей воспитывали хорошо, чтобы у вас детки были здоровые, росли, не болели, учились, все, чтобы все были умницы. Счастья вам, здоровья и благополучия. И очень, наверное, такой радостный, трогательный праздник. Почему? Потому что мама у меня живет далеко, на Алтае, в Горном Алтае. И поэтому приезжаю раз-два в год. И этот праздник, он особенный. Жалко, что нету мамы рядом. Я, конечно, ее поздравляю с этим праздником. Самое главное – здоровье. Мама – это, вы знаете, такое слово, и это такой человек, без которого, наверное, нельзя прожить. Потому что это мама. Роднее мамы нет никого. И ближе нет никого. Она и подруга, она и учитель. Всех мамочек поздравить с этим замечательным праздником. Пожелать всем здоровья, благополучия, удачи. Вот всем низкий поклон. Для каждой женщины самое большое счастье – это быть мамой. И я бы хотела всех женщин, всех матерей поздравить с этим прекрасным праздником. Для женщины ничего не может быть лучше, чем быть мамой. Это самое прекрасное, мне кажется, чувство, которое есть у женщины. И всем мамам я желаю, чтобы они всегда были любимы, уважаемы своими детьми. Это самое главное и самое счастливое для матери. Главным подарком для виновниц торжества в этот день стало выступление на сцене Дворца культуры и искусства советского российского композитора и певца Игоря Димарина. Анна Шуркова, Василий Обухов, Реалининск.